станице Гастагаевской началось обустройство нового кладбища. Действующее фактически исчерпало свой лимит. Площадь земельного участка, где будет расположен погост, 3 гектара. Он расположен вдоль дороги, ведущей от станицы к дачным товариществам. Год назад здесь побывал глава Анапы. Юрий Поляков поставил задачу управлению ЖКХ максимально ускорить проектные работы. Сегодня техусловия на подъездной путь к будущему погосту от дорожных служб уже получены. Сейчас идет обустройство территории. Новое станичное кладбище должно начать свою работу уже в этом месяце. По поручению главы города Анапы Юрия Федоровича Полякова производится благоустройство и открытие нового кладбища станицы Гастагаевска. На данный момент происходят работы по обустройству подъездной дороги, уже произведено обустройство парковочных мест возле кладбища, ведутся работы по ограждению кладбища.